поделюсь с вами эмоциями. Посмотрите, как круто заиграли изделия наши замечательные бетонные, когда они стоят не в пыльном цеху, где глаз уже приелся, да, он уже не понимает всей этой геометрии, всей этой прелести, а когда это стоит все среди зелени и даже необработанный бетон, я скажу больше, еще лучше, что необработанный бетон, потому что он начинает прям раскрываться во всю свою мощь, и то, что у нас стояло как изделия такие в грубых заготовках, либо как то, что мы уже показывали, как такое на полусписание, здесь это начинает раскрываться во всю свою мощь и передавать вот такой прям классный античный флёр. Это фантастика. Во что значит талантливые люди? Когда абсолютно невероятную картину они видят еще, находясь в нашем, так сказать, грубом, неосвещенном таком индустриальном цеху. Они видят уже эту красоту так, как она должна в конечном счете показываться клиенту. Я в невероятном восторге хожу, просто заново влюбляюсь во все наши изделия и очень-очень-очень доволен этой коллаборацией. А экспозиция «Цветы от Мочалюка» находится она в таком сумасшедшем, потрясающем здании, здании бывших конюшен. И здесь просто непередаваемая атмосфера с точки зрения звуков, влажности, фантастика, света. В общем, всем рекомендую.